Понимая, что заболеваемость растет, понимая, что уровень госпитализации растет, мы провели необходимые работы по разворачиванию дополнительных коечных мощностей в Республике Хакасия. В частности, в рабочем поселке Майна, один из корпусов действующего медицинского учреждения, в нем были проведены соответствующие необходимые работы, мероприятия, позволяющие использовать его как инфекционный стационар. Поэтому мы были готовы к тому, что в воскресенье, если уровень госпитализации возрастет, мы развернем дополнительный стационар.